Пацаны, привет. Перевернули кузов. Дожди вроде бы прошли. Он ранник работает. Петли выдержали мои. На соплях он. Гарри подгоняет мне. Неподгоняемая. Да, Гарри? Видите, как ну ранник металлолом там говорят. А он берет и делает свою работу. Он уже себя отбил у меня тут во дворе ну, 1000 раз. Некоторые там рассказывали. А мы берем и делаем. Так, по кузову, короче, перевернули его. Сейчас обвариваем. Усилим косынками. Вот, снимаю, как оно есть. Как будет, кому кажется, нравится, интересно. Смотрят. Сейчас вот, обварили. Электроды. Варю оно 21 переменкой. Тут все позаваривал по автоматам. Лупанул пока трещина. Сейчас тут какую-то сделаем усилители. Вон, видите. Лупасим. Сюда варю пятерку. Сюда он электродом заварил швеллер. Сейчас мы его перекроем, да и все. Вы поняли, пацаны? Короче, вот такая ситуация. Полы вроде бы, ну так, порихтовали. Борта вообще хорошие, родненькие. По поводу полов, вот, смотрите, перевернули. Визуально, вот, ну, на видео не видно, но живые. Тут он рваная, ну, дома позавариваем. Кое-где там латочку сопелькой кинем. Какой-то, короче, отшпаклюем обязательно. Вот нужно отшпаклевать. Тут он тоже он есть момент. Ну, оно живое, вариться можно. Вырежем. Как Вуйка говорит, косинки уварим. Да, Вуйка, косинки уварим. Тут он пару отверстий что-то падало в кузове. Ну, а так. Так, как-то так. Вода у нас прет. Он у меня полный пруд воды, пацаны. Дубасит так вот. Вода, конечно. Ливень. И шел, сука, ночью. Капец. Я не помню таких уже дождей давно. Ну, короче, работаем, братья. Все гуд. Вчера чуть-чуть буханули. Сегодня уже работаем. Все четенько. Так, пацаны, варим дальше. Погода, вон там черная все, ляньте. Не знаю, видно там. Из куска писали пацаны. Задолбала их там. Дочь Олег писал тоже. С Белгорода. Прохоровки. Задолбал. Ну что, один листик мы уварили. Ну вот я сейчас буду снимать весь техпроцесс. Сейчас варим этот лист. Вот эти швы, ну, нежелательные. То есть я их потом перекрываю. Там, ну, грубо говоря, ну, только зарезаю. То есть, чтобы не было 90 градусов углом. Ромбик тут какой-то или шайбу. Потом закроем, чтобы не, ну, здесь оно очень как, ну, как бы и так серьезный механизм. Но я их перекрываю все время. И не рама это, то есть она не играет как бы как рама. Поднял, опустил, ну, достаточно и этого, ну, для само этого убеждения, как говорится. Вот тут ну, толщина, кто не видел швеллера, вот палец мой, вот смотрите, такая кабачка. Вот видите, вот так вот идет процесс. Тут заварили, позаваривали, почищали. Сейчас кинем вот это, валим все из бушного, пацаны. Все, что есть, он ржавые швера находим. Он, видите, я когда-то выкопал, еще будет ходить. Теперь получается ребро, ну вот родное ребро, вот видите, я имею в виду здесь, и мы еще добавили швеллера как бы цельного. Не думаю, что усилим. Фух, вот этот я усилитель родной, он тут киловаттый, тут уже тут что-то варили, буду, наверное, вот это еще потом срезать, чтобы была резьба. Ну, тоже в конце поднимем, положим на машину, размер вымеряем цилиндр. Там еще было сантиметров 5, он не опускался цилиндр.
Наверное, здесь был какой-то лист и резьба. Это я рисую себе так. Я сюда 14-й швеллер умантулил. Для чего? Чтобы зацепиться. То есть этот усилитель с этим усилителем или швеллером, чтобы его в кучу добавить ребра. Работает ребро, а не толщина. То есть как раз вот цилиндр, где будет упираться, она возит как 20 тонн, может возить Татра. Вчера видели, по вчерашнему видео, там было, наверное, 25 тонн примерно. Ну, очень тяжелая была, когда мы ее тянули. Сейчас обварим здесь вертикалочку, лупанем вверх ногами, ляжем, чтобы было проще. Короче, снимаю весь процесс. Тут он позаваривал сопли, все трещины. Здесь зацепился за это вот сюда до усилителя. Потом косынку, наверное, как-то кинем, усилим. Здесь надо разобраться. Яма большая. Ну, посмотрим, что с ней. Это были родные петли ограничения этого подъема. Аварийные они. То есть как-то так вот. Сюда уже готовый листик. Листиками обварим. И сделаем, грубо говоря, новую раму, пацаны. Вот тема. Вот это вот вообще косынки вот эти вот. Вы поняли? Ребра. Вот как у вас ребра. Вот я говорю всем, ну, ребра вот у человека ж есть. Вот это вот и они. И падаем, и ничего. И не ломаемся сильно часто. Как бы работает ребро все время, а не толщина металла. Чем выше ребро, то есть вот отсюда вот так оно все получается красиво. Ну, не совсем красиво, но как-то получается, братья. Варим. Я говорю, пошел на обед, я без обеда, потому что надо успеть обварить, чтобы он потом мне резал заготовку. Дальше работаем. Короче, режем, братья. Вырезали окно в Париж, видите? Парижское окно. Как в песне у Высоцкого, нужны мы в Париже, как русская баня лыжи. Вот это вот и у нас так вот. Тут все было печально. Пришлось окроить его. Вон. Там вон трещинка. Думаю, сейчас как раз ее этот швеллер, чтобы всовали в селедку, заварим. Тут сука два металла, блин. Ну, короче, все хорошо. Потом вот этот еще усилитель выжил, потому что его тут тоже жизнь трепанула. Потом, сейчас здесь поставим усилитель сразу, под полы выставим. Вон, гляньте, сколько. Вон, видите? Короче, вот такая ситуация. Пилим, пацаны, пилим. Режем дальше, варим ближе, пацаны. Фух. Конечно, да. И работу сколько не видно, но поверьте, работы очень много. Все позарезать, косинки, как Вялый тут нам рассказывает, что косинки, вот. Видели, что было, в середине все там обварили, сверху листом он накинули. Лист, наверное, миллиметров 7 сюда кинул, того, что нагрузка возле цилиндра вот этого вот. Короче, закосинились, пацаны. Сюда он косинки режем. Вот, усилители еще будут. Нет, вот трубы у меня вот такой, 120, чтобы ее распустить. Я беру 80 на 120. Будет работать. Того, что нету. Вот. Вот как оно получается. Все. Вот. Косинка какая. Вы поняли? Такая маленькая кабачка. Но она работает ребро, поверьте. Но прикол в чем, пацаны? Узел, сваренный из четверки, сука, металла. Вот весь. Вот именно усилители. Ну, максимум 5. Ну, даже думаю, 4. И оно работало. Ну, годы берут свое. Мы его косинками усилим.
и все будет хорошо. Вот тут он гостинки вот эти вот работают очень сильно. Это ребра, как вот у вас, ну, хребет, ну, позвоночник, вот, а это ребра, как у человека на теле. И ничего ж, нормально, вот так вот оно все получается. Сейчас оттуда покажу вам прикол. Полы металл каленый на полах. Я особо не люблю каленый металл на кузова. Сейчас вам покажу. Вот я вырезал вон тут земли, вон, гляньте, сколько в этих трубах, в этих усилителях, в этом всем. Еле выдал его. Косинки. Так. Здесь мы лист положим аж сюда, на полы. Перекроем. Есть у меня лист, там, наверное, шестерка, семерка, восьмерка, не знаю, еще не мерил. И мы вот эти все полы закроем. Всю вот эту дырку, жопу еще вырежем. А камень не вырезаю, чтобы усилитель, чтобы не повело его. Эти косинки. Ну, толщина, да, восьмерка, пацаны, по пальцам. Вон, видите, лопается трещина. Берете молоток, вот специально покажу. Вот, вроде бы металл тут четверка максимум. Вот. Смотрите. А ему все равно. Прикидывайте. Чехи, наверное, что-то знали. Не знаю, зачем каленая. Ну как каленая? Каленая точно не сталь 3 и не сталь 20. Точно, что-то ихнее. Из-за чего же оно именно лопается. Даже полы полопались. Вот же, видите, прикольчик такой маленький. Ну ничего, сейчас мы вот тут он все зашлифуется, все соплями замажем. Ну, как обычно, как нам пишут. Колхоз, майхоз, да. Колхоз-то уже бы заработал бы за это время еще на одну. Один там писал специалист. Я ж никому ничего не навязываю, ребята. Я показываю, как я делаю. Умный увидел, взял для себя на вооружение. А дурак, ну, что с дураками общаться? Не хочу никого обидеть, ну, честно. Это ж не от того, что я там жадный или еще что-то. Нету работы сейчас. Вообще нет. Была бы работа, я бы работал бы. Есть у меня на чем работать, поверьте. У меня техники. Знаете сами сколько. И вся моя личная. И чтоб там умные мне не рассказывали. Колхоз и дом у меня мой тоже специалисты. Я живу сам у себя в доме. А вы максимум у тещи. И теща вам еще мозги пилит. И вы то и пишете. От зависти, от всего этого. Писали за кулису. За колхозил. Один там ответил парень. Четко, да. Отдать нужно долларов 500 там. 700, чтобы ее купить, всю новую палку, все из Чехии. А смысл какой? Ну вот, все работает и так, и поверьте, у меня металлолома этого уже собранного. Мне все равно на ваше мнение. Я еще раз говорю, снимаю то, чем я занимаюсь. Рассказывать мне, ну, покажите свое, что у вас есть, и будем уже тогда общаться мы на равных. На равных. А то работаете на хозяйском автомобиле и рассказывайте, о чем в Одессе рубер роет. Я это уже, ну, проходил. Где вы учились, а я преподавал. Так что мне все равно абсолютно на всех мнения. Если бы я бы всех бы по жизни бы слушал бы, так поверьте бы. Не было бы у меня бы ничего. Беру и делаю. Не нравится, не смотрите. Я ж никого не обязываю смотреть. А то там рассказывают. Покажите свое, что у вас есть. А то максимум один КАМАЗ дырявый или что-то еще. И рассказывайте, как жить людям. Так что, пацаны, как-то так. Вот она. Таточка моя, честно, лучше автомобиля нету. Сделано все классно. Такой у меня сегодня этот крик души, что-то меня поперло побалдеть. Вы поняли? Краник он, металлолом, да, металлолом.
Этот металлолом уже и дом сделал мне. Ремонтировать он рабочий. Меня все устраивает. Там писали в кабине, что-то не так. У меня все нормально. Надо и на Киев. Сяду сейчас и поеду. И доеду точно. Того, что все узлы и агрегаты работают нормально. А внешний вид, краска, что-то еще. Некогда мне этим заниматься. Главное, что он решает задачи. И дома мне сделал кран полностью. И выкопал руд, ну кусочек он. Руд у меня тоже я копал краном. Вон ролик на стреле. Бадья вот там лежит где-то. Так что насчет совет и любовь, братья, я могу рассказать тоже. И все из личного опыта, а не из интернета. Вы поняли? Так что как-то так, пацаны. Все там Саня на лечении ездит. Как бы по камесь все, ну, не то, что там хорошо или плохо занимаемся. Саня по работе, пацаны. Что-то вообще, блин, жопа. Ну, телефон только молчит. И дожди эти задолбали. Воды у меня в пруду, блин. Поднялось, перелив. Еле успевает. Успевает этот переливаться. Вон, видите, сколько воды. Ну, отсюда вам не видно. Вон там бежит труба. Беленькая, не знаю, видно вам или нет. Вот там вон она бежит, блин. Так что, как-то так. Узел мы реанимируем. Ну, хотя проще, вот проще сделать, сука, новый. Но цена вопроса, если отдавать на фирму, долларов 6-5 примерно. Ну, у меня нету этих денег. Приходится. Ну, он живой. Все равно он живой узел. Как бы годы берут свое, но в сумме не металлолом. И у Салтовского живой. Нема ничего там военного. Вырезаешь кусками, и все будет у вас хорошо. Описать гадости всякие, ну, это, знаете, как, не люблю писать, оскорблять кого-то. Хочешь, приедь и расскажи. А герои у нас все там на диванах или что-то еще. Ну, это нехорошо, не по-мужски, скажем так. Хочешь, приедь, расскажи, покажи, достань. И что, из широких этих шитанин в консервную банку. Вот это я понимаю. А то, что там рассказывают, пишут, нормальные, все оценят, все поймут. И все. И кто работает сам руками и знает, как это все. А то, что не мешки, короче, ворочать. Это мы уже проходили, поверьте. Я могу рассказывать часами и показывать самое главное свое. А то, что там у тещи на кухне живут и рассказывают, как жить кому-то и лечить. Так, пацаны, что-то я сильно много заговорился. Понесло. Остапа понесло. Иду обедать. Будем дальше пекти. Он вверх уже там тоже пеку, сука, швов. Миллион швов, братья. Ну ничего, сейчас мы его лепетнем. Все, пацаны. Всем привет, до новых встреч в эфире.